Италия, Палаверде Арена и финал Кубка Европы, решающий матч Уникс Казань против Кахасоль Севильи и Келли Маккарти. Лямпе, Маккарти, Попович, Лайды, главный тренер Уникса. Но все-таки наставнику виднее, не буду ему подсказывать, не буду ему советовать, он в моих советах не нуждается. Так или иначе, 7... Отбивает со второй попытки матча Лямпе, молодец. Получает тот заслон от Лямпе, получит обратная передача. Получилось, да, Лямпе, забить, конечно, Челяпи как же работает этот двоечка. Великолепно. Следующие два периода казанцы проиграли. Не забил Лайды, зато Лямпе забрал подход. Добавил. Право матча Лямпе. Лайды. Стал на Лямпе. Скидочка красивая. Лямпе навешивает мяч на корзину. 87-7. Еще не сдаются. Не сдаются испанцы. Лямпе после передачи может позволить себе немножко подбежонить. И смотрите. Снимает виртуальные телекамеры. Этот исторический момент. Келли Маккарти.